Доброе утро. Белгородская команда-то готова. Давай. Давай, через это. Давай, ты сильно. Хорошо выглядит, Серега. Я Серега. Классно выглядит. Я Серега. Пускай он не чемпион, но брат чемпион, мама чемпионка. 9 раз чемпион, ой, 9. У меня не хватит пальцев на ногах и на руках перечислять его родственников чемпионов. Вот это одна я беда. Просто одна горжусь. Беда, что он попал не хватит. Ты хотел сказать, не хватит. Я не Маунов. Но я не могу найти подходящий суп, понимаете? Не могу. С кем бы повязать, да? Нет, повесить его на первое. А кто тебе подарил щеночка такого знаменитого? Ну, да слушай, не гончатник, давай больше не спасибо. Спасибо. Я тоже подарил, тоже хуйня. Так еще и очередь первую купил. Я всех этих чемпионов, состоявшихся, держал в руках, вот в этих выбирал. Руках. Чего ты не взял того? Чего я не взял Шугая, блин? Чего я не взял Кеннера, там, я не знаю, кого? Ты, слушай, все, я их держал. Мы втроем выбирали. Мы втроем. Пойдет. Крупненький самый. Не было, вы сами выбирали, меня не было. Не было его. Я бы выбрал Гонца. Я только сказал, очередь первая и щенок, все. А ты не ездил туда? Нет, конечно. И мучаюсь. А мы с кем ехали-то? С тобой что ли? И Пархом или нет? Кто еще был? Леха. Леха, да. Работай, видно. Ваня. Леха, я уже не выбираю, меня Марина выбирает. Знаешь, как Юрий Михайлович выбирал чар? Выбежало 19 щенков. Я говорю, Юрий Михайлович, вот это черные все, это под забавки, а вот это еще чернее, это с подчай. А я, говорит, уже выбрал. Я говорю, как? А вот она меня. Стоять. Я говорю, Юрий Михайлович, она похожа на всех зверей, кроме гончей. Возьми, пожалуйста, другую. Он, не, Серег. Жорка. Ну как я вот? А ну проверю, как собачка тебя, Ваня, мне доверилась, подошла. Собачка меня выбрала. И она сразу возле меня, она раз и сюда-сюда хвостиком машет. Ну как ее оставлю, да? Пришлось забирать. Отрываешь вообще! А что он на выжловку заорал? Дима, а что ты на меня это кричишь? Аж я испугался, да. Я так, для здравствуйте. У тебя голос поставленный. Жорик, что ли? Да. Жорик, пойдем искать. Жора. Фу! Он, блядь, на выжловку. Поехали. Пойдем, пойди домой. Жора, давай. Да у меня сука была, так кобелей чистила, что ваш. Жорик, ты не рычи мне, как дворняш. Уйди между кустами. Знаешь, ты уже перешел собаки подходить к дороге. Ну, конечно, перешел, мы такие не увидим. Ну, как может круга сделать и вот здесь перейти обратно. Погодик от ног не отходит вообще, да. Пробежал опять, залез я вот здесь. Да. Я Жорик пошел, поднялся. Вот они дорогу, на дорогу вышли по голосу. Они за поворотом походу. Угу. Зайчик, ну вот и шел к нам, нас услышал. Вон собаки. Вон там где-то перешел на угол, потеряли. А чара где? Чара сидит, не вылазится. Вот. Скорее всего, зайчик вниз пошел. Бешка, молодец. Грязный, как черт, прибежал. Где ты был-то? Адю колеса мой, красавчик, молодец. И поднял, и до ружья довел. Реально, таким голосом. Марин, ты слышал вон здесь, да? Ну, нам там плохо, кстати, не, было. Они, вот, они после 15 минут ушли со слуха, и нам было не слышно. Да. Начало было слышно, и концовочку. Ну, уже добытый зайчик. Дождик.
Сука вышли. Они вдвоем, да? Баян и... И Жорик. Баян, и Жорик. Габой. Это Жорик Габой. Опять котенок, да? Угу. Мы делаем, как, как писано, маточное поголовье не трогаем. Молодняк. Спорим. Да. Баян, на яблоко. Так, поздравляю, Ваня. Ты не так прыгаешь, ты как на четырех ногах. А он уже устал. Ему за Баяном тянуться тяжело. Баян тоже летит на ходулях. Так. Жора. Ты на четырех ногах. Ты обычно был быстро, но за эти ходули тебе тяжело тянуться, да? Ушел по дороге, да? Они же там есть. Так они идут в ту сторону на дорожку. Я туда, где ходил. Угу. Идет к той дорожке. К овсам. Головня, привет. Прямо навёз. Она со мной пошла. Лапку несём говорушки. Ну, кто счастливчик? А? Кто подстрелил? Олимпийский чемпион, кто еще? А, красавчик, я ему сегодня уже сказала, он удачливый охотник. А где говорушка делать? Только что убежала. Говорушка. Покажите свой трофей. О! А какой-нибудь стих по поводу охоты? Экспромтом. Пошли, пошли, Чара, 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 молодец, молодец. Чара, молодец. Молодец, Чарочка, подняла зайку. Подняла и пригнала. Ну, рассказывайте. Ну, что там рассказывать? Стишок. Два раза его видел. Так. И на второй раз взял. Ну, вы молодец. С полем. Спасибо.